С интернетом у нас появилось такое интересное явление, как общение онлайн. Теперь не нужно собираться на прогулку или свидание, чтобы узнать друг друга получше. Стоит лишь остаться дома и просто написать человеку при помощи своего гаджета. Но все ли полностью ушли в онлайн-знакомство? Или еще остались те, кто предпочитает общение вживую? Давайте спросим у тверичан. С появлением интернета кажется, что все ушло в онлайн-пространство и личная жизнь в том числе. Многие утверждают, что сейчас очень популярно знакомиться в интернете. Сейчас мы поинтересуемся у тверичан, популярно ли это или все равно осталось прежнее офлайн-знакомство. Где эффективнее знакомиться, в интернете или в личной жизни? Мне кажется, что в личной жизни. А почему? Ну, потому что в интернете могут возникнуть какие-нибудь нюансы, и, так сказать, в интернете одна личность, а в жизни совсем другая. В личной жизни лучше, но молодежь знакомится исключительно в интернете. А почему в личной жизни лучше? Потому что можно в глаза посмотреть. Знакомиться нужно в личной жизни. А почему? Потому что ты можешь показать себя во всей красе, ты можешь, человек видит твои глаза, видит, как ты себя ведешь, твое поведение. Ну, в интернете многие люди бывают разные. Мало ли что там какой-нибудь маньяк, не знаю. В личной жизни легче, там видишь человека. У меня был опыт знакомства в интернете, повторять не очень хочется, если честно. Так что да и в жизни тоже лучше не надо. Не надо знакомиться вообще. По результатам опроса можно заметить, что тверичане предпочитают знакомство все-таки в реальной жизни. Ну а какой способ лучше, решать только вам.